Ульяновск принял строителей будущего. Именно так зовут себя участники национального чемпионата WorldSkills Russia. Регион во второй раз стал местом проведения отборочных соревнований по пяти компетенциям. Сегодня в межрегиональном центре компетенции состоялось торжественное открытие крупнейших соревнований профессионального мастерства. Ульяновская область участвует в движении WorldSkills 2013 года. И вот на протяжении всего этого времени, конечно же, материально-техническая база в регионе улучшается. По сравнению с прошлым годом, конечно же, старт впечатляет. Он более массовый, это во-первых. Во-вторых, он более динамичный. И мы, как организаторы, должны будем работать в очень жестком режиме, буквально 24 часа в сутки, чтобы все успеть. Межрегиональный центр компетенций – база для проведения чемпионата вот уже второй год подряд. Сегодня здесь создана уникальная инфраструктура, обновлены лаборатории, кабинеты, закуплено современное оборудование. Например, тренажеры, системы виртуальной реальности для обслуживания авиационной техники. Прошел я по и тренировочному полигону, и по, соответственно, учебному центру. База тренировочного полигона, безусловно, великолепная. Есть достаточно большое количество рабочих мест и... Они оборудованы по, соответственно, последним словам и инфраструктурным листам, которые затребованы, и, в принципе, в компетенциях. Лучшие из лучших определяются в Ульяновске на этапах кузовного ремонта, ремонта и обслуживания легковых автомобилей, тяжелой и авиационной техники, окраски машин. Бороться за место в финале приехали 140 конкурсантов, победителей региональных этапов из 69 субъектов страны. Впервые в этом году в состязаниях принимают участие юниоры, группы школьников в возрасте от 14 до 16 лет. Главные критерии при оценках техники конкурсантов – это качество и технологии выполнения. По итогам прошлого года в финал конкурса вышли несколько ребят из Ульяновской области. 19-летний ульяновец Ильназ Бекчентаев в отборочном туре участие принимает впервые. Парень стремится повторить успехи своих предшественников и попасть в национальную сборную. Участвую в этом первый раз. Интересно, волнение есть, не совсем легкое, нервничаю, но рассчитываю на успехи. Мне нравится обслуживание грузовой техники. Тут тем более есть такой шанс участвовать в этом, и я решил попробовать. А вот Данил Пронин, конкурсант из Татарстана, в чемпионате участвует не первый раз. 18-летний парень настроен решительно. Главная победа и ничего кроме. Будет разборка двигателя на скорость с поисками неполадок, разборка и сборка коробки передач, поиск неполадок, диагностика, электрика и тормозная система. Не волнуюсь, я сюда приехал с определенной целью, которую достигну в течение этих дней. Модули такие же, как в принципе и на региональных чемпионатах было, когда ездил в другие города вне зачета. В принципе, готов. Борьба в компетенции обслуживания легковых автомобилей началась за неделю до официального открытия отборочного тура, поэтому имена победителей известны. Однако глазки пока не предаются. Все данные участников внесены в единую информационную систему, засекречены и обезличены. Имя каждого участника зашифровано под определенным номером. Окончательно финалисты определятся 24 мая, заключительный день отборочного тура этого года. Рената Леулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.